и причудливым узором засверкает его речь. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Всем привет! Привет! Мы приехали в городочек, который находится на острове Котлин, и это город Кронштадт. Сегодня мы постараемся вам что-нибудь тут показать, но скоро собирается лютый ливень, поэтому далеко не факт. Ну, надеемся, что повезет, придется вылезать тучи. Ну, посмотрим. Ну, все, пойдем. Первое место – это вот, вот такое место, в общем. Отметим геолокацию, вернее, название этого места. Вот такая вот, Иван говорит, мина. Вот, не совсем то место. Ну, пойдем. Это то место. В общем, мы думали, что сюда нельзя пройти просто так, а сюда пройти можно. Вы вообще, наверное, смотрите и думаете, нафиг мы сюда приперлись. Но сейчас мы вам попробуем показать. Да, погода-то вот. Мангалы повсюду. Не поверишь, что здесь не живут. Наверху он вообще выглядит как... как квартиры просто. Это гаражи для лодок. Это гараж для лодки. Ты кайфуешь, да? Потом так мангальчик наверху комнату себе сделал. Но визуально выглядит как закрытая территория, но дверь открыта. Так что можете тоже, если вдруг вы фанат этого сериала. Да мы не фанаты, это интересное место. Ну сериал классный, кстати, посмотрите. Заодно увидите это же место. Вот, выход в море. И тут таких вот как бы ветвей, на которых вот такие каналы расположены, штуки 4, наверное. Соседние, да. Сейчас пойдем на другую, да. Какие, блин, эти барбекю. Да. Не душно тут кто-то отдыхает потом. На лодке в море сходил. Рыбов наловил. И сам смотри, они все это еще разрисованы, красиво вообще. Прикольно. Там вот вообще свадьбу можно сыграть, арка вот смотри. Там кто-то сидит. Красиво. Теперь у меня есть желание купить здесь гараж для лодки. Без лодки? Без лодки, да. Лодка не обязательно. Не, ну резиновую же можно. Кувшинки. Но тут явно давно лодки не спускали. Потому что это не было бы там кувшинок. Вот такое вот. В фильме это место выставляется как гетто. Эти советские игрушки, которые на улице проживают, выглядят крайне крипово. Ну, прикольно там, натурально. Ну да, я ничего подобного никогда не видел. Именно такие гаражики под лодку. Со вторым этажом. Ходим по заброшкам каким-то, да? Ну, на самом деле тут очень много людей. И уже начинается дождь. А ну там, по-моему, уже ничего особо нет. Подпишись на канал, поставь лайк и переходи в Телеграм. Мяу! Ну что скажете про это место? Рекомендуете? Не, ну интересно. Такого я еще не видел. Это же бесплатно. Улица Восстания, 11, ребят. Адрес. Ну, вы поняли. Город Кронштадт, остров Котлин, улица Восстания, 11. Интересный факт про Кронштадт и про остров Котлин, в частности. Есть такой язык программирования, который так и называется Котлин. И это основной язык программирования Android-приложений. Так что имейте в виду, что есть вот такой язык программирования в честь этого острова, на котором находится этот город. Вот. Какие были интересные факты с Иваном. Вот мы приехали на место, где мы тут живем. Но не в этом маяке. А еще интересный факт о Кронштадте. Попов изобрел радио здесь в 1895 году. А мы идем куда? Сначала посмотреть, потом перекусим. Закрыл, да, машину? Да. Море. А тут пирс.
пахнет прям пресной водой. О, созерцательные скамейки, чтобы закат наблюдать. А вечером можно и... А, ну у нас пляж изначально. Рапсодия 2. Судно вот такое. И какой-то очень древний маяк. Вот там вот пляж за решеточкой. Сейчас мы туда пойдем, вам его покажем. Но рядом с пляжем очень важный момент. Туалет бесплатный. Я уже сказал, что он тут есть. Так, дорогие друзья, обзор туалета у пляжа. У пляжа, ребята. Я-то думала, вот мои тут где-то апартаменты, думала, ходить придется. А ну вот оно, до 9. Сказка. Просто сразу 5 из 5, тут без вариантов, за такой сервис. Ну, кстати, на самом деле туалет весьма хороший. Ну, нормально, да, приемлемо. Да, не грязный, не вонючий, так что за то, что он есть около пляжа, сами понимаете, бесценно. Идем смотреть, что тут за пляж. А, там вообще, блин, пляж как на море. Там какие-то штуки детские. Городской пляж. Тулонская аллея. Так, в смысле, как на море? Это море. Пахнет. Сам сказал, пресной море, водой. Море, нормально. Вон там крокодильчик есть и осел. И там, может, не знаю, как будет. Один столик есть. Да и не один, их много. Их 4. Переодевайте, как их... Будочки, где можно переодеться. Ну нормально, нормально. Народу прилично, но не очень много. Я даже карманчик воды взял. Ну, скорее всего, ходить там не очень хорошо. А вот там форт. Видите, форт? Представляете, здесь даже душ есть. Ну не, ну это лайк однозначно. Ну вода не очень, конечно. Ну, знаешь, когда хочешь, то книги, просто... книги, Кристин, букшеринг. Скамеечки. Ну просто то, что надо. Прямо рядом с пляжем слева стадион. Ну все понимаю, не собой хотя жалко. Ну тут всякие спортивные площадочки, тренажеры, столы для тенниса, например, есть настольного. Ну, прикольно, да, даже велопарковка. Ну что, ребята, отпуск начинается. Мы зашли в Шаверленд. Ну что, это ближайшая кафешка к пляжу. Заказали 2 шавермы и парковку. Да, вышло, знаете ли, 700 с чем-то рублей, почти 800. Шавермы большой довольно выбор, но не дешево. 270 рублей самое дешевое, кроме той, что в Пите еще дешево. Ну, в Пите я и взяла, так сказать, сэкономила. Туалет, кстати, тут тоже есть. Сказка, а не место. Канал пора переименовывать в путеводитель по туалетам мира. Ну, знаешь, это полезная информация. Такого акцента на туалеты нет ни у кого. Зато все всегда человек знает. Жарко тут. Давайте, ребят, спрятаться. Ну ничего так много. Таверна в Пите. Конечно, я люблю больше лаваше, но попробую в Пите. Лаваше длинное, но тонкое. Ну давай быстрее. Ну сейчас я тут раскладываюсь. Кристина всегда ест без лука, но здесь что-то решила рискнуть. Ну, красный я ем. Ну, все вкусно. На мясо еще не нашла, потом расскажу. Шаверма хорошая, рекомендую. Рекомендуешь? У нас есть еще немножко время до заселения, потому что у нас заселение бесконтактное, соответственно, в 2 часа оно, так сказать, начнется. Решили пройтись, да. Часовенка или что это? Часовенка. Вот. Посмотреть. Ну и как раз потом обратно пойдем. Вообще пока первое впечатление окрашено, это позитивное весьма. Да, шаверма вкусная.
Пляж нормальный. Пляж прикольный. Погулять много мест, где есть. Надеемся, погода не подпортит нам все, потому что погода должна подпортиться, но мы надеемся, что нет. У нас тут пекло 32 градуса. Да это жесть, ребят, это просто жесть. Это невыносимо для Питера. Автобус Трикер, видишь? Угу. Тройка Кронштадт. Не торопись. Маленький скверик. И стена вон древняя какая-то. Там вон какое-то здание. Какое-то здание, какая-то стена. Вот там вот какая-то стена. Там та же самая стена, что мы ехали в нее. Ну, вы на этом канале явно не за интересными фактами. Нет, не интересными, а историческими. Просто созерцаем красоту. Тут же еще этот морской собор отреставрированный, надо его посмотреть. Такая вот, смотрите, брусчатка, как в Таллине. Кстати, интересный факт о брусчатке в Таллине. Как бы понятно, что не очень актуально уже, но можно рассказать. Кто был в Таллине, в общем, может быть, обращали внимание на эту брусчатку. В общем, суть в том, что изначально все обычно думают, что эта брусчатка осталась с тех самых там времен. Но по факту нет. Раз в сколько-то там лет ее сверху перекладывают, потому что она утаптывалась туристами, людьми и так далее. Вот такой вот интересный факт. Сейчас мы вам покажем фигуры, сваренные из мусора. Здесь вы можете наблюдать птенца. Николай Маврин, Ульяновск, 2012 год. А вот здесь у нас жук. Это жук. Жук с тачкой. Ну, нормально. Подожди, что значит эти цифры? Там какая-то музыка какая-то. Да. Куда нажать? Смотрите, как интересно. Там паук, Кристина. Видишь? Вон, вон. Что я пугал так, блин, Ваня. Зная мой страх к паукам, такой просто говорит, там паук. Смотри, какой. Ну это же не настоящий, я-то уже тут, мне уже аж приплохело в голове. Паук, который мусор собирает. Да, это сейшельский, чисто вот он, только покрупнее. Пальмовый. Пальмовый. На пальме висит, да? Похож. Ужас, Ваня, взять за такое придушить надо. Так пугать. Мне реально это немножко сердце в пятку ушло из-за тебя. Кораблик. Да, ты угадала название. Смотри, как зовут человека, который это сделал. Олесь Фалей, белорус. Конечно, да. Глобализация. И опять паук, Ваня, паук. Но это уже не сейшельский. Это уже не пальмовый, дорогие друзья. Это такой это местный человек сделал. Чисто домашний. Из Кронштадта. А вот это рыба. Вообще идея интересная. Из всякого хлама, который выносит на берег моря, сделать арт-объекты. А еще почему-то в Кронштадте очень много паутин. Я давно такого не видела. Идем дальше. Песочные часы. Тоже человек из Кронштадта сделал. А это вот непонятно, что это. Это дерево желаний. Как мы не догадались сразу. Вот это интересно. Что-то тут не подписано, что это. И тут не подписано. Пойдемте на палку посмотрим. А, это не палка, это мой ковчег. Вот оно что. Вот так вот. Вот оно что. Что? Тотем? Ну, вообще, это Ноев ковчег. Да, ну, это как бы языческие столбы. Да? Языческие столбы? Да. Ой-ой. Ну, пойдем фонтан снимем и... Кони какие. Из каких-то древних досок. Нептун и кони. Это я так диплом защищала. Весело было. Когда забыл все названия фонтанов. Миф о ботанике. Вышла, попутешь на стену. Где? Где?
Где-то есть. Ну и вот фонтанчик. Это музей истории Кронштадта. Красивое здание. Там вон фонтанчик бывает. Мне кто-то за ногу укусил. Но ветер поднимается. Ой. Ветер вырезать я не умею. Нам еще фонтан. А? Ясень? А ты у него спросил, где твоя любимая? Так вот же она. Симпатичненько. Вот это прикольно сделано. Мужик, ну бочку закрой, а. Ну да. Вообще льем, да, я не понимаю, что за зря. Так, с горем пополам мы заселились. Что мы имеем? Шкаф. Санузел. Есть фен, есть полотенце, ну, в общем, все есть. Даже стиралка, зубные щеточки, душевая кабина, ваня гремит. Так, кухня, собственно, кровать, столик, телек, вот такой прикольный холодильничек. И фишка номера, ну, не номера, а квартиры. Та-дам! Вид на море. Стоило это, по-моему, если не ошибаюсь, 5200. Ну, примерно, типа того. Или 4200. Точно не помню, потом можно посмотреть. Ну, а мы выдвигаемся на пляж. Сетл групп. Так, ну мы пришли на пляж. Притащили вот такие элитные лежаки. Сейчас Ваня их нам разберет. Почти Мальдивы. Практически, да. Ну, минимум Сейшелы, да, ребят? Так, сейчас с кайфом буду лежать. И это еще не все. Еще не все, Иван говорит. Сейчас он меня с кайфом посадит, и я буду кайфовать. Медали, да, под стаканчик и под телефончик. Вот так вот лакшери отдыхают люди. Ни у кого таких тут нет. А у нас есть. Это мне коллеги на работе подарили. Классные. Найдите Ваню. Кайфует, балдежничает. Потом узнаем, у него теплая ли Ванечка. Ну, видимо, теплая, раз он так легко зашел. Это просто небывалый уровень комфорта, ребята. Это просто кайф. Вот тут подстаканчик, вот так вот. И под телефонничек. Да нет, ощущение, вот. Что ты выиграл всю жизнь. Вот там холодильник. И ты просто лежишь, тут самый крутой на пляже. Тебе даже солнце не смущает, потому что есть козырек. И его можно убрать, вот убери его даже. Не, он прям назад откидывается. Ну, я знаю, но не хочу. Ну, короче, это вещь. Из него худо. Просто вещь. Это красивая жизнь, друзья. Солнце скрылось, похолодало. Я покупался дважды и сходил за едой. И толстовками. Снова Шеверленд кормит, да? Шеверленд, да. Хот-дог, дегустация. А может и дабл хот-дог, я не очень понял. Там компоненты почти как в шаверме. Но они такие же. Только там сосиска. Ну давай сосиску вкусни уже. Сосиска выглядит как копченый. Ну ничего так. Хот-дог стоит как шаверма. 269 рублей. Угу. Вот и думать. Как тебе All Included будет? Честно, можно, но больше одного дня скучно. Весь движ будет завтра, ребят. Посмотрим город. Все сегодняшние планы отменены. Не, ну сегодня, я думаю, надеюсь еще на какое-то приличное заведение. Че? Нет? Нет. Ты че? Ты че, ты каким лежаком? Ты куда тебе? Зачем? Я тебе только что сосиску принес. Честно? Не надоелось. И картошку. Вообще не доелась. Вот так вот. Вот помните крота из мультика? Так это она попала
Вот так вот жену прокормить сложно. Народу уже мало, но солнце снова вышло. А люди до сих пор купаются. Вода прохладная, но не такая холодная, как когда мы с палатками ездили на Крымске. Что такое? Какая вот хрень, ну такая. А на меня шмель сел. Кристина, прокомментируй, пожалуйста, вот кто-то поставил стулья прямо рядом с нами. Вообще так нагло. Ну вообще, к нам приехали подписчики. Ну он же потом-то нам честный. Нам еще, кстати, подарочки привезли, давай покажем. Скажи, я, кстати, сам еще не видел. Вот такую вот штуку. Сбитень. Для тонуса. А это неплохо. Это нужная вещь вообще. И мыльца. О, мятная. Очень круто пахнет. Да. В общем, когда вы это видите, спасибо вам еще раз. Благодарочка. Короче, ребята, ситуация следующая. Мы хотели придумать постановочное видео, где мы просто идем, прогуливаясь по берегу, и внезапно встречаем подписчиков, которые такие, как неожиданно и приятно, но почему-то не получилось. Поэтому мы просто вам их покажем. Что-то у нас подписчики все какие-то очень скромные. Да. Приезжают и скромничают потом. Нет, они на камеру только скромные. Они тут сейчас такое и творили идешь. Вообще. Какая неожиданная встреча. Вот. Вот это хорошо. Так, мы приехали в какое-то место, которое называется Форт Шанец. И тут реальный форт. Мы не ожидали, честно говоря, вообще форты сегодня посмотреть. И вот оказались у форта. Пойдем поближе посмотрим, как это выглядит. Но мы сюда приехали смотреть закат, на самом деле. Сейчас я поднимусь и покажу вам, как это выглядит. Ну, прикольно. Орудие, наверное, стояло какое-то. Вентиляционная шахта. Вот там, вероятно, Финский залив. Прикинь, вообще такие прям сооружения. Ну, видишь, вентиляционная шахта. Ну, там все заколочено, внутрь не зайти. Но вот это стопудово здесь орудие какое-то стояло. А почему оно тут стояло? Так оно раз... Ну, куда оно смотрит-то? Финский залив там. Слушай, он такой большой. Тут есть еще Форт Риф. Слушай, а давай завтра сюда приедем? Че, зачем? А зачем завтра сюда приезжать? Ну, тут еще один форт есть. Ну, вот, смотри. Ходи. А что тебе еще надо? Круто. Смотри аккуратно. Ну да. А смотри, как они выглядят, как будто только что сделаны. Да, они очень хорошо выглядят. Я думала, честно сказать, что это современно сделано. Ну, Ази, глянем за угол и пойдем. Да. Это же современное что-то. Почему это? Чтобы не лезли туда, это же упасть можно, поломаться. А тут опасно. Ты спустилась, да? Да, я это сделала, ребят. Вы не видели просто этот коварный спуск, но он был. Если что, ставьте лайк за то, что я такая смелая. Потому что, ну реально, честно, это было страшно. Там еще постройка. Только повсюду бетонные постройки, это очень интересно.
Вот Иван Сайт. А, я поняла. Бесплатный. Тиной, тиной воняет. Смотри, какая голубая трава. Вот это я люблю. Такие места. Помнишь, мы с тобой, мне напоминает это место, где мы были? Я сразу вспомнилась Асса в фильме. А сейчас вы увидите, ребята, закат. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщин и зелье падки. Разонравилось пить и писать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокариомут, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла бы к другому. Поступ нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Ну что, вы посмотрели таймлапс? А теперь мы отсюда уходим, потому что здесь адские ветрища, просто адские. Ты можешь продолжать историю про грибы, что? Который фиолетовый? Ай, холодно тут. Комары залетают. Вот такой вид из нашего окна. А из нашего окна площадь красная видна. В общем, ребята, знаете, сейчас приключилось то, что вообще... Казалось бы, невозможно было бы, но почему бы и нет, это же мы, классика жизни. У нас же заселение было бесконтактное, по коду. Нам все прислали на телефон, мне. Я Ваня еще говорил такой, дома, ну не дома, ну когда мы уже заселились, говорил: Кристина, скинь мне все, что тебе прислали, чтобы в случае, если там что-то интернета у тебя не будет, у меня было. Я такая: окей, я Ване все скинула. Сейчас мы такие сидим, зашли в квартиру. Надо поесть, хотим сходить поесть и ложиться спать. Ну и такие, ну пошли. Мы еще такие дверь придерживаем входную. И Ваня говорит: что-то я толстовку не взял, надо, не надо? Да, не надо, ладно. И закрывается дверь, а она же на кодовом замке. А телефоны, мы не подумали, что нам нужны вообще как бы по жизни. Мы их оставили заряжаться. И выходим. Куда-то там мы доходим. А, что там мы, что мы... Да неважно, короче, мы еще у двери поняли, что мы оставили телефоны с кодом от квартиры там, и все. И это просто жесть. Это было жестко. Что мы делали дальше? Меня, во-первых, от страха трясет, потому что я вообще не понимаю, ну, как это сказать, вроде я пытаюсь сохранить баланс жизненный, но... Кристина, ты давай историю расскажи. Я рассказываю вообще, как есть. Короче говоря... Мы, я говорю: Ваня, ну наверняка в этом, ну, элитное ЖК, наверное, в подъезде есть какой-нибудь там оля консьерж или кто-то, кто шарит. Мы, я говорю, пойдем спустимся вниз на первый этаж, посмотрим, там куча объявлений, но я их видела. Мы спускаемся на первый этаж, воруем это объявление с номером телефона круглосуточным, потому что там только одно объявление круглосуточное. Выходим на улицу, а у нас есть ключ от домофона. Но не от квартиры. Выходим, находим людей. Люди вообще, дай бог им здоровья, там, как говорится, богатую невесту. Потому что они сразу откликнулись на нашу просьбу. Мы объясняем им ситуацию. Они вообще в шоке с нас. Типа, что делать? Они еще пытаются придумать сценарий, как нам помочь. Они еще нам помогать пытаются. В общем, мы звоним по этому номеру с телефона людей. Там нам говорят: а, не, мы не в курсе, звоните в диспетчера, там все шарят, знают, там звоните. Мы звоним, нам говорят, ну, я говорю, нам нужен номер телефона квартиры владельца, потому что, как бы, ну, что-то как-то вот такая проблемка есть маленькая, небольшая.
нам говорят, не, ничем помочь вам не можем, мы ничего не знаем. Мы такие, спасибо. Нам этот парень, которого мы просили телефон, ну там их два было, говорит, подождите, вы через что бронировали? Мы говорим, через суточный рой. Они такие, давайте сейчас попробуем найти эту же квартиру через суточный рой. Я говорю, ну, как бы попробовать можно, но просто номер телефона присылается, когда ты уже забронировал квартиру. Но при том, что мы бронировали, сейчас стояли с этим парнем на разные даты, и квартира эта вообще не находилась, она просто стала невидимой. Далее. Что было далее? Что было дальше? Да. Мы возвращаемся, ну, потому что что людей держать, потому что им нас жалко, они, ну, не уходят. Я говорю, ладно, спасибо вам огромное, все, спасибо, будем дальше там думать, что нам поделать. Но благо у Вани были ключи от машины с собой, потому что план Б был спать в машине. Потом мы, значит, это, как его, возвращаемся в дом. А Ваня говорит, ну, будем звонить соседям. Что делать? Типа, звоним соседям, может, кто откроет. А время, как бы, 11:30, и никто не открывает, естественно. Мы позвонили с квартиры, наверное, уже в 4. Никто, естественно, не открыл. И тут мы уже такие выходим в лифт, и я такая слышу. А, нет, я еще Ване говорю, слушай, у нас же есть брелок от ключей, который домофон. Наверное, может быть, там есть что-нибудь записано? Ваня такой, да, там есть номер телефона. Я говорю, все, круто, сейчас пойдем позвонить. Опять людей искать на улице. И тут мы такие уже уходим к лифту, я слышу, Иван и Кристина, Иван и Кристина, Кристина и Иван. Голос свыше отсюда. Мы такие, я такая, Ваня, стоп, стой. Мы такие останавливаемся, начинаем слушать, там опять Иван и Кристина. А там есть камера. Оказывается, эта камера за нами следила. Я не знаю, ну, может, кто-то позвонил, сказал, я не знаю. Ну, вряд ли он так просто целый день сидит и смотрит, кто там ходит у него. Может, и смотрит. Да и хорошо, что смотрит, честно да. говоря. Да. В общем, хозяин с нами связался через камеру в парадной. И продиктовал нам код. Мы зашли и взяли телефон. Честно, меня до сих пор трясет, это какой-то ужас был просто. Короче, ребята, это был, конечно, лютый стресс, поэтому я до сих пор бесконтактное зачарение. Честно, я есть не хочу уже. Я все равно поеду. Ну, честно, ну, такого приключения я вообще не ожидал. У меня 1% зарядки зато не сядет. Ну, видишь, как классно. Зарядило зато. Жесть, я реально... Поэтому вывод какой можно сделать? Ну, всегда вот, берите знаешь, с собой... Вот, старая бумажка и ручка, они нужны. И вот начался новый день с видом на море. Люди уже идут на пляж, уже в 9 часов кто-то купался. Мы собираем вещи, сейчас будем готовить еду. У нас есть недоеденная самса, которую Кристина не ест, потому что последствия какие-то специфичные. Распаковочка. Рубрика распаковочка. Две воды, квас, сметана, блины. С утра сгоняла в магазин. Еще, кстати, была мысль взять камеру, но что-то не взяла. Очень интересно. Ближайший магазин тут 7 шагов. Тут выбирать не приходится. Но суть в том, что очень интересное какое-то красное здание. Оно такое древнее. И в нем как такое огромное это ворота. И ты заходишь в ворота, и там магазин. Это вообще такие странные магазины. Я даже сначала не поняла, мне вообще сюда или не сюда. Выглядит это, знаете, как ворота, вот где разгружается, типа, ну, магазин. Ну, нет. Спасибо. Спасибо за такой расширенный комментарий про магазин 7 шагов. Да, да. Вот такой вот завтрак. Блины с мясом, блины с творогом. Ну, тут есть, в принципе, вся посуда и даже микроволновка, как выяснилось, вот здесь имеется. Завтрак готов. Со сметанкой. Сама напекла с утра. Сама блинов напекла. Сама сметану сделала, да? Да, и корову нашла. Да, вон там, в кустах. Мы выселились. И сейчас будем гулять. В общем, смотрите, тут есть специфичный магазин. Конкретно для этого острова очень подходящий. Морские товары для яхт, логоток и катеров. Бодрый боцман. Потому что здесь очень много яхт, лодок и катеров. А вот то место, про которое говорила Кристина. Старый дом, в котором 7 шагов. Это он? Это. Заброшка какая. Смотри, почему мы едем вообще. Мост. Плотина. Не, плотина Бобрынского. И мы, в общем-то, начинаем нашу обзорную экскурсию по городу Кронштадт, которую вчера вы не увидели. Нет, они ее увидели, мы ее не увидели.
Ну, в смысле? Ну, в смысле, люди ее увидят сейчас, а мы ну, да. должны... Это для нас вчера. А для вас это все еще сегодня. Ну, вчера мы ушли на Чил, на Расламон, на наших книжаках. Потому что что? Что? Они кайфовые. Значит, это, мы заходим в летний сад. Вот так. Забывалась. Ну, вот я сейчас посмотрел на карту, написано летний сад. Ой. Тут есть дуб Макарова, грот, овражный парк, сад морского собора. Ну, в общем, много чего есть. Посмотрим. Пока мы идем, Кристина расскажет свой отзыв про эту квартиру, где мы жили. Не, ну квартира, все в ней было. Единственный минус, что, оказывается, был фумигатор, который был спрятан в шкафу. А мы даже не залазили в этот шкаф. Все претензии к этому месту, в общем, были по итогу нивелированы тем, что там не, это оказалось. Ну, очень жарко и как-то, потому что мансардная крыша, ну, этаж мансардный. И... Вот это грот, видимо. Скажи, Вань, про пауков, чтобы не яло. Ты сказал сегодня сам. Пауки там есть и много. Нет, и паутины. Даже, да? Да, не, пауки меня не напрягали. Меня... Паутина. Да. Это просто не гигиенично. Не гигиенично? Там как будто бы никого не было на балконе никогда. На самом деле вообще в Кронштадте, я не знаю почему, очень много паутины. Интересно, с чем это связано. Юг. И не иначе. Ну а как ты это объяснишь? Ведь нет такого нигде. Я, вот сколько мы ездили по маленьким городам, такого знаешь, вообще там? Нигде не видели. Что? Что там вот там? Яма. Яма. Ну? Пруд, да. Наверное. Но по карте вроде бы где-то здесь есть пруд. И это пруд. Прикольно. Сейчас узнаем, как называется. Это не пруд, это бассейн с насосной станцией. Классика. Неточные факты. Ну, видишь, он искусственный. Шашлычки можно дать. Тут ты тут видишь много любителей шашлычков. Так все равно. Я вижу любителей колбас. А вот там вот в углу, в правом, вы можете наблюдать, собственно, ту самую насосную станцию. Но мы туда поближе не пойдем. Потому что непонятно, как туда вообще пойти. Там как ну а зачем? Надеюсь, там есть что-то. Овраг между крест-каналом и бассейном с кюветом. Незаконченная часть. А мы двигаемся в сторону самой главной достопримечательности города Кронштадт. Никольский морской собор. Уже отреставрированный. Мы тут уже бывали, когда его реставрировали. Полиция здесь. Василий Нестеренко. Мозаика. Триумф российского флота. Классный вообще. Белый весь. Угу. Вообще у него архитектура какая-то немножко другая. Да, интересно. Купол огромный просто. Со вкусом оформлен. Зацените фонарный столб. Мощный. Очень мощный. Да и сам собор вообще огромный. Да. Он размером, по-моему, поболее будет, чем Спас на Крови. Ну, либо сопоставим. Прикольно, что он такой весь белый. Адмиралу Федору Ушакову. И даже на адмирале Федоре Ушакове паутина и пауки. Что-то никто не парится. Но собор величественный. Балалайщик. Прикинь, балалайка, подключенная к комбику. А вот тут, если посмотрите на карту сверху, изображен якорь на площади. Выставка. Вырезано из дерева.
Это ветераны Великой Отечественной войны. Их цитаты. А это чугунная мостовая. Это 12-фунтовое береговое гладкоствольное орудие. Часовня, мемориал. Пушки повсюду стоят, якори. А здесь показывают мультфильм. Я что-то заползла и заснула. Да, больше всего, и он больше, чем я предполагала. Да. Ну, когда мы тут были давно, в общем, мне казалось, что он вообще там маленький. Ну, какие-то разрушенные здания древние. Вот это похоже на казарму какую-то старую. Машина. Рейдовая бочка. Стальные рейдовые бочки типа РБ предназначены для удержания поверхности воды цепного или тросового бриделя. Для преоборудования рейдовых стоянок кораблей судов. Так и будешь молчать. Самоходная гаубица «Гвоздика». Самоходное артиллерийское орудие С-2С-9 «Нона С». На реку винтов корабля. Ну, мы сейчас туда пройдем еще. Боевая машина пехоты, БМП-1. БРДМ-2. Вот это что-то такое прям. Советская зенитная самоходная установка. Темп стрельбы 3400 снарядов в минуту. Какой-то парк патриотный делает. Торпеды. Вот это винты. Ага. Там тоже какая-то техника. Но туда нельзя пройти. Такая, да? Установочка. Угу. Морская. Торпеды. Наверное. Очень много якорей. Представляешь, такой якорь нет, вообще? Город, он деревянный. Нет, вот это деревянный. Я верю, он деревянный. И сам-то по себе он деревянный. Я потрогал. А вот это как тебе? Представляешь, какой корабль должен быть, чтобы его поднимать? Чтобы корабль удерживать этим якорем. Вот это. Может, это реально? Ну, конечно. Жесть. Мощно. Пойдут моряки. На днях? Да завтра. В море тянет, знаешь, море тянет. Зовет вот тут. Уже говорит, Кристина, езжай, приезжай ко мне на море. Ну интересно, что можно сказать. Интересно? Это похоже на какой-то бункер, но он закрыт на ремонт. Аллея адмиралов. Жалко целый, тут яблочный, наверное. Да, похоже, яблоневый. Красиво тут, когда цветет. Вот там можно в VR посмотреть экскурсии. А здесь что за забором? Какой-то канал. Людами. Да, прикиньте прикол. Ну там за забором сложно видно сейчас, но я сейчас подниму камеру. Вот там, в этом канале, где раньше была вода, стоит дом и печка топится. Вернее, там далеко не один дом. Интересно. Интересно. Там еще корабли стоят военные, я вижу, кажется. Угу. Идем поближе, чтобы рассмотреть. Доки в квест в крест канале.
Ничего себе, там деревня, Кристина. Как туда попасть? Там реально деревня какая-то старорусская. Да. Как нам туда попасть? Ну, ну-ка, давай ищи. Ищи по геолокации. Там, подожди, там фильм, походу, снимают. Да, это фильм снимается. Да, там нет ни одного туриста. И куча людей с проводами, он ходит, разматывают. Там реально снимают фильм. Угу. Точнее. Вон, смотри, какие в костюмах ходят, вообще круто. Чисто, живу, никогда не попадала. Чисто сделали, короче, маленькую деревню такую, да, в этом? Ага. Ну, это круто. На меня наругали, я недоволен. Наругали, что ты трогаешь забор, да? Да. А иначе не посмотреть. Они специально это завесили, чтобы не было видно. Мы идем на вот этот мост. Прикольно выглядит, он весь в зелени. В общем, рекомендую Кронштадт посещению. Место прикольное, есть что посмотреть. Это мы еще далеко не все покажем, на самом деле. Кристина говорит, что это юг. Похоже, вообще реально. Потому что много пауков. Южная атмосфера. Вайп. Да нигде не только пауков-то. Видишь, как будто только про пауков о них говорю. Так и есть. Неправда. Вон, Таллинский прорыв. Сколько магнитик? Коридоры посадим. Смотрите, какая архитектура советская. А вот не советская. Даже рамы старые. Балтийская таможня. Государственный таможенный комитет Российской Федерации. Мы вроде как приехали к месту, которое называется парк Остров Фортов, но тут были проблемы с парковкой, пришлось запарковаться вот около какой-то стройки, но надеемся, что все нормально прокатится. Вот мы заходим на территорию. Место похоже на место в Таллине, где мы жили. На райончиках, да. Да. Роттермань. Как сейчас помню. Реклама жилого комплекса в виде памятника Петру. Песок. Да, песка сделана. Комплекс офигенный. А вот подлодка. Действительно закопана. Это бывал один случай у нас с Иваном, да, Иван? Да. Какой нехороший. В общем, тут повсюду морские мотивы. Вот куда ни приди вообще. Кронштадт славится своими фортами, которые вот там, вот видите, форт. И до него даже можно прийти пешком, но там, по-моему, территория военной части, хотя я вижу, там очень много людей. Может, теперь уже реально можно. Есть форт Константин, на котором есть и отель, и там можно ходить. Нет, вот этот, это тот, на который пешком можно даже не плыть. Ну, он, это... кстати, этот чумной, видишь, отсюда видно чумной форт. Это название портов. Ресторан, наверное, не дешевый. Вон здесь можно купаться. Продолжение портов. Парк благоустроенный весьма. Много скамеек, качельки, всякие общественные пространства. Прям вот Финский залив, вот здесь море, маячки, вон там маячок, вот там два, где-то еще один тут есть. Вон тут есть карта. Судя по карте, информация подтвердилась, и на форт Петр Первый можно пешком прийти. По насыпи. А, сейчас Кристина еще покрутит столб, так сказать, для экшена. Ну, можно интенсивно крутануть. Фудкорт имеется. Кристина пошла на разведку, сейчас расскажет, что там. Здесь веревочный парк, сейчас пойдем в ту сторону. В общем, много чего есть. Общественное пространство притягивает людей. Людей очень много, машину негде припарковать. Смотрите, как круто. Веревочный парк с
скамеечки, и в тени, и на солнце. Там еще, кстати, вот мы где были, где детская площадка, есть такие полулежачие скамейки, на которых можно позагорать. Ну кайф же, кайф. Призываем все власти всех городов заняться благоустройством. Вот наподобие такого. Вот тут есть что-то по кругу можно пройтись в камышах. Иди пройдись. Нет. Сына не хочет в камышах ходить. Нечего силы тратить энергию. Целый круг качелей. Потому что здесь есть вот такая стела, которая может притянуть молнию. Вот это прям вообще очень прикольно сделано. Да, да, немного похоже на Вьетнам. На Винпёрл. Нет, для кофе. А, да. Вон, смотри, идешь вот так, кофе вот смотришь. Хопа, зашел сюда, сел. Но везде все занято. Вот тут скворца можно посмотреть. Воробьев, деревья апельсиновые. Какие апельсиновые? Ладно, правильно. Апельсиновые деревья где? В Турции. Нет. Ораниенбаум. Можно взять экскурсию на форты Кронштадта, и лодочка будет отправляться с одного из фортов, куда мы сейчас двинем. Взрослый 1100. А дальше мы цены не увидели. Ну, короче, 1100, на это ориентируйтесь. Вы можете наблюдать узкоколейку. Эта узкоколейка была, знаете, для чего нужна? Она вела в форт, на который мы сейчас пойдем. Это было нужно для того, чтобы подвозить боеприпасы в этот форт. То есть вот здесь реально тележечки катали. А ты умный. Да я просто на ютубе ролик посмотрел. Есть там ролик на ютубе, где все форты посещает мужик. В том числе на них высаживается. Жарко, если вам эта тема интересна, посмотрите, он очень подробно рассказывает. Мы-то просто не поедем на форты. Приехали в Кронштадт, чтобы не поехать на форты. Ну, уже вчера. Но мы сейчас формально побываем. Мы уже вчера были на одном, который на самом острове находится. И пойдем сейчас на второй, который находится на отдельном островке. Но туда есть насыпь, и вот узкоколейка. Кристина, а можешь сделать так чучух-чучух, как будто для поезд? Чучух-чучух. А вот там самый популярный форт чумной. Который видно хорошо? Да. Ну, это который как Форт Боярд. Между прочим, он построен раньше, чем Форт Боярд. А выглядят они очень похоже. В форме баба. Вода прозрачная. А форма баба нужна для того, чтобы снаряды, которые по нему выпускаются, по касательной проходили и не рушили сам форт. Это была инновационная технология этих времен. И вот мы высаживаемся на форт Петр Первый. Ну, то, что здесь благоустроено, все не сказать, конечно. Ну, само здание форта вот там. Туда, видимо, не пройти. Ветрище очень жесткие еще. Несмотря на то, что на улице пекло, вот здесь конкретно даже прохладно. Ну, в общем, больше тут посмотреть ничего не получится, потому что идет масштабная реставрация всего этого форта. Через несколько лет приезжайте, уже, наверное, можно будет сюда пешком прийти и посмотреть. Я вон вижу стеклопакеты вставлены, это можно знать точно. Пока что так чисто. Формально побывать на форту. На паспорте объекта написано, что закончится это все здесь в ноябре 25-го. То есть год с лишним относительно текущей даты. Вот смотрите, как это выглядело. И как сейчас. Те новые здания – это музей военно-морской славы. Мы туда не пойдем, но кому интересно, можете посетить. Там стоит первая атомная советская подводная лодка. А вот тот форт, который только что мы видели. Ну, вернее, не на который мы ходили, а вот этот форт Александр Первый, который чумной на реставрации сейчас. Видите, какой он черный? Черный он был, потому что в нем снимали какой-то фильм и жгли его в буквальном смысле.
Тоже из того же ролика узнал. А вот и фудкорт. Барбекю, шаверма, рамен, донаты, греческая кухня, бургеры. Мы сделали свой выбор в этом месте. Спасибо, соскучились просто. Два гироса со скумбрией и лимонад. 930 рублей. Продолжаем наш анти-ЗОЖ-марафон. И снова в студии эксперт по нездоровой пище Кристина. Что это у нас на обзоре? Гирос со скумбрией, а внутри картошечку фри. Это чтобы не похудели уже. Ну правильно. Побольше сахара и фастфуда. Это нет. Поменьше овощей. Нет, овощей мы приобрели домой. Так что все в порядке, баланс соблюдем. Да я огурец покажу, потом в конце скажу. Булочка вкусная. Картошка вкусная, булочка вкусная. Да и скумбрия вкусная. Зацените, дерево растет. И стол вокруг, и люди сидят, едят. А на дереве воробьи. А Кристина ест гирос. Почти доела. Что, что можно сказать? Вкусно. Весьма здоровая пища. Угу. Лимонад тоже бомба вообще. Это волковская пивоварня. Обзор туалеты. А туалетов в парке Остров Фартов. Средненько, на троечку. Очень мало места, но довольно-таки чисто, что радует. Вот такая вот оценочка. Ну, а мы, наверное, прощаемся на сегодня. Да, Иван? Ну, по сути, да. На этом наше путешествие подходит к концу. Кристина не хочет ехать смотреть форты, на которых мы вчера были. Усталость, усталость. Хочется уже лежать дома, знаете, и отдыхать. Ну, ладно. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока.